Столько танцующих людей Иркутск не видел давно. 592 пары со всех уголков Приангарья собрались на паркете Дворца спорта «Труд». Возраст участников от 6 до 65 лет. Для 10-летних Вероники Бондаренко и Данила Пахомова это первое крупное соревнование. И хотя их танцевальному дуэту всего полгода, но они уже как истинные партнеры научились понимать друг друга в танце с полувзгляда. Спортивные танцы мне очень нравятся. Это танцы очень красивые. В них можно добиться результата. Это самые лучшие танцы. Мы впервые танцуем, очень сильно волнуемся и хотим победить. Чемпионат по танцевальному спорту можно сравнить с марафонским испытанием. Участники исполняют не один танец, а сразу несколько, в зависимости от выбранной программы. Любители латиноамериканских танцев демонстрируют ча-ча-ча, самбу, румбу. Европейских – вальс, танго, фокстрот. Вот их лишь между выходами на площадку, пока выступают соперники из другой группы. Судьи оценивают музыкальность, технику исполнения и выразительность костюмов. У нас в этом году судейская бригада представлена из 5 стран. Это Литва, Латвия, Болгария, Беларусь и, естественно, Россия. Лучшие танцоры по итогам чемпионата получили медали и призовые кубки. Как рассказали организаторы, из победителей данного чемпионата сформируют сборную команду Иркутской области, которая будет представлять наш регион на соревнованиях всероссийского масштаба. Елизавета Шагвалеева, Александр Пахомов. Новости сейчас.